Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто зібралися, як завжди, по четвергах у студії телеканалу «Миколаїв» на програмі «Контраргумент», у якій ми, як завжди, у прямому ефірі обговорюємо найактуальніші питання нашого життя. І сьогодні мова пойде про об'єднання власників багатоповерхових будинків – і їх стосунки із житлово-комунальними господарствами. Адже, як відомо, вже найближчим часом за рішенням нашого уряду ЖЕКи мають піти у небуття. І здається, що вони можуть піти туди разом з усіма грошима, які вони лишилися винними жителям, які справно платили ці гроші, але не отримували за них тих послуг, які мали б отримувати. Сьогодні розмова буде йти, і як завжди, останнім часом це робимо у різних аспектах – економічному, громадському, політичному, у різних. І у нас досить гостей, як кожен з яких може висвітлити певну частину цієї теми. За півгодини ви побачите на екранах наші телефони, зможете взяти участь, приєднавшись до нашої програми у прямому ефірі за цими телефонами. Крім того, на сайті в «Николаєві.Інфо» ви можете також дивитися пряму трансляцію нашої програми, якщо з якихось причин ви не можете це зробити по телебаченню, бо вам це не так зручно. В «Николаєві.Інфо» зараз побачите титр, це адреса нашого сайту. Будь ласка, приєднуйтесь до нас в мережі інтернет також. А ми починаємо, і, як завжди, на початку програми певний камертон, аналітичний сюжет Федіра Бондара, який досліджує цю проблему. Будь ласка. Наші стосунки з комунальниками досі залишаються одним з численних острівців соціалізму в океані болісно народжуваних ринкових відносин. Колишньої опіки держави над громадянами вже немає, в тому числі через відсутність достатніх коштів. А виховання свідомого, соціально та економічно автономного громадянина є справою виключно цього самого громадянина. Я не знаю, як там в Лондоні, я не була. Може там собака друг чоловіка, а у нас управдом друг чоловіка. Певні винятки у сфері житлово-комунальних відносин у вигляді, наприклад, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків лише підтверджують правило. Наші земляки все ще чекають на доброго дядьку, котрий вирішить їх проблеми. І не просто чекають, а впевнені, що мають на це право. І заради справедливості маємо визнати, деякі підстави для такої впевненості є. Протягом десятиліть, ще з радянських часів, ми щомісяця платили житлово-комунальним структурам не лише за поточне обслуговування, а й за офіційно передбачений ремонт будинків та обладнання, в тому числі раз на 30-35 років ремонт капітальний. Закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку діє вже понад 10 років, але масової популярності ця форма самоорганізації так і не набула. За даними на 2014 рік, в Україні налічувалось 17 тисяч ОСББ. Одна з причин не надто значного їх поширення – законодавча норма, що змушує ЖЕК здійснити капітальний ремонт будинку перед передачею його на баланс новостворюваної організації жильців. Не слід забувати і про банальну нездатність більшості населення витрачати кошти на благоустрій, навіть просто утримання своїх домівок. Закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, який був прийнятий Верховною Радою України 14 травня 2015 року, підписаний президентом у червні та набрав чинності 1 липня. Передбачається припинення існування ЖЕКів як таких. Натомість пропонуються три варіанти організації управління багатоквартирним будинком. Через вже відомі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, зборами співвласників, через управителя. До кожної з трьох версій в експертів та багатьох пересічних громадян є чимало запитань щодо організації та ефективності управлінських дій. А головне – ліквідацію ЖЕКів як застарілої та неефективної системи можна було б вітати, якби не численні невиконані їх зобов'язання перед мешканцями. Водночас новий порядок вже не передбачає обов'язкове здійснення капітального ремонту будинку для передачі його об'єднанню співвласників, що додатково розв'язує руки тим, хто нагрівся на обслуговуванні жильців. Мабуть, саме тому зацікавленими в лобіюванні та прийнятті цього закону часто називають лише представників вітчизняної комунальної мафії. Розпространіть серед жильців нашого ЖЕКа. А якщо не будуть брати, відключимо газ. Yeah.
Отже, доброго вечора нашим телеглядачам. Бажаю я і також усім, хто сьогодні ввечері в нашій студії, гості, експерти, журналісти. Вітаю вас. І хочу розпочати з наших гостей, представити їх вам. Отже, гостями нашої студії сьогодні є Микола Дігтяренко, голова правління і директор публічного акціонерного товариства «Миколаївський завод мастильно-фільтрувального обладнання». Директор його з 2011 до 2013 року. І вже традиційно про нашого гостя візитівка в ефірі. Микола Григорович Дегтяренко. Людина не надто публічна. Пошук в інтернеті дав небагато результатів. Він є засновником та до 2013 року був директором ПАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтрувального обладнання». Саме це підприємство ви бачите на екрані, бо фото Миколи Григоровича нам знайти не вдалося. У міській програмі «Городянин року 2007» був одним з фіналістів у номінації «Промисловість». Чи пов'язаний Микола Григорович з житлово-комунальною сферою, чи має досвід участі в органах самоврядування жильців, дізнаємось сьогодні. Ще один гість в нашій студії сьогодні – це Андрій Палько, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Портрет про вас далі. Андрій Миколаївич Палько – друга людина в міському департаменті житлово-комунального господарства. Коли потрібно знайти фахівця для коментаря щодо ситуації в Миколаївському ЖКГ або оцінити досвід самоврядування мешканців житлових будинків, часто радять звертатися саме до Андрія Миколаївича. Він уже постійний гість нашої програми. За міськими житлово-комунальними турботами Андрій Палько знаходить час і для реалізації політичних амбіцій. Брав участь у виборах до Миколаївської міськради у 2010 році. Є інформація, що планує йти на вибори і цієї осені. Отже, ми дізналися про наших гостей, а далі час представити наших сьогоднішніх експертів та журналістів. Ви почну з цієї чарівної леді, яка поруч зі мною. Це Алівтіна Добровольська, прес-секретар Всеукраїнської громадської організації «Комітет з боротьби з організованою злочинністю та корупцією». Вітаємо вас в нашому ефірі. Так само вітаємо Олександра Фоміна, голову ОСББ «Дружба». Ще один гість наш сьогоднішній – це Ігор Павлов, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Магістраль Юг». Ігор Пох – журналіст і публіцист, також є гостем нашої студії. Вадим Чудайкін – член колективу розробників «Віднан України» проєкту «Єдиної державної системи моніторингу енергоресурсів та житлово-комунальних послуг». Так, і ще один гість наш – Михайло Бісєдін, голова громадської спілки «Асоціація будівельної галузі Миколаївщини». Теж вітаємо в ефірі. Михайло Антоненко – керівник аналітичного центру «Перспектива», член правління Асоціації ОСББ міста Миколаєва. І Віталій Настенко – громадський активіст при Антимонопольному комітеті України у Миколаївській області. Отже, вже нашим глядачам відомо, хто бере участь у програмі. І, як я казав, це фахівці, які можуть дуже компетентно і відповідально обговорити тему ОСББ, стосунків ОСББ та житлово-комунального господарства тощо. І перше моє запитання до пана Палька. Я хотів би спитати вас, Андрію Миколаївичу. Я вже казав, що за нашою програмою можна стежити і в інтернеті, не тільки на нашому сайті в Ніколаєві.Інфо, але і на нашій сторінці на Фейсбуці. І тому, коли ми анонсуємо нашу програму, то люди починають задавати свої питання. І ось від свого колеги Юрія Щетініна я отримав досить цікаве запитання для вас. Він, на жаль, не зміг взяти участь у програмі безпосередньо. Тут є дещо забагато цифр, тому я буду читати повільно, а вас прошу бути уважними, адже, скажімо, для мене це справжнє випробування. Отже, какие суммы поступают городу от уплаты тарифов за квартплату? Эта информация ранее не была доступна для горожан. Но суммы значительные, если учесть данные, которые представлены в паспорте города Николаева, размещенном на сайте горсовета. Так, там информируют, что жилой фонд, который находится в коммунальной собственности, насчитывая 3081 жилой дом со 122 и 80 тысячами квартир общей площадью порядка 63 миллионов квадратных метров. Там 63 270, в общем, с порядком.
Тариф за квартплату варьирует от 2 гривен 16 копеек до гривны 15 копеек за квадратный метр. То есть в среднем это гривна 65 за квадратный метр. Таким образом, от квартплаты ЖЭКи получают примерно 10,5 миллиона гривен в месяц или 125,7 миллиона гривен в год. Как расходуются эти деньги? На сайте Николаевского горсовета представлена информация об использовании средств городского бюджета в первом полугодии 2015 года, без расходов, осуществляемых за счет собственных поступлений бюджетных учреждений. Общая сумма расходов составила 1 142 932 012 12 гривен. Процент финансирования годовым показателям по всем отраслям в пределах 50% и выше. И только жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано властью на 87 908 420 гривен, что составляет всего лишь 30% от годовых показателей. Почему такое финансирование? Вопрос длинный, но я понимаю, что эти цифры вам знакомы. Зрители, ну, я старался читать медленно, возможно, что-то запомнили. Поэтому, пожалуйста, по крайней мере, соотношение уже понятно. Добрый вечер, уважаемые гости, студии, зрители. Действительно, много цифр было указано, и начну с последнего. Почему 30% только профинансирована сфера жилищно-коммунального хозяйства? Я думаю, ни для кого не секрет, это резкие скачки курса доллара, которые были в начале текущего года. Все это повлекло за собой изменения и внесение коррективов в проектно-сметную документацию. На сегодняшний момент, в соответствии с законодательством, мы проводим ремонты на основании разработанной проектно-сметной документации, проведенной экспертизы. Фактически все наши затраты проходят по статье капитальных затрат. Поэтому понадобилось время для соответствующей разработки проектов, их переработки, переэкспертизы. Поэтому у нас получилась небольшая задержка по первому полугодию. На сегодняшний момент мы уже вышли на нормальные показатели, финансирование проводится в соответствии с планами, работаем мы и на дорогах, и на крышах, я думаю, для горожан это все видно, о том, что работы ведутся, и многие вопросы, которые нуждаются в проведении работ, выполняются. Что касается поступлений на жилищно-эксплуатационные конторы, которые обслуживают наш жилой фонд, то хочу сказать, у нас 3002 жилых дома нынче уже. То есть люди потихонечку выходят из коммунальной собственности. Тут процесс этот идет стабильно. Кто создает ОСББ, то самое. Где-то дома, которые старые постройки, так называемые жилкопы, они снимаются с баланса, переходят в статус частного сектора и сами себя обслуживают. По поступлениям, ну, для кого-то, может быть, да, действительно, сумма это звучит значительной. Миллионы от тарифа квартирной платы. Но хочу сказать, что если взять структуру тарифа, то в жилищно-эксплуатационном предприятии остается, ну, около 35-40% от тарифа. Если кто-то смотрел структуру тарифа, то там вы видели электроэнергия для лифтов, электроэнергия для освещения места общего пользования, вывоз ТБО, обслуживание лифтов, налоги. И так далее, и так далее. То есть на обслуживание дома остается не такая большая сумма, не говоря уже о том, что далеко не стопроцентно идет оплата этих услуг. Андрей Николаевич, я хочу продолжить ваш разговор, ваши слова сюжетом, который снимали мои коллеги по поводу одного дома, принадлежащего ЖЭКу «Бриз». У нас будет достаточно много сюжетов, в том числе вот о СМД, наверное, одном из самых старых СМД в Николаеве, которое представляет Александр Власович. Есть много разных примеров. У нас будет сюжет об Очакове, о одном из районов, одном из сел в Вознесенском районе. Очень интересно. Однако не все еще пока стали членами ОСМД или ОСББ, еще украинскую мову. И в принципе, жители ОСМД рассказывают, да, мы, в общем-то, платим за что имеем, зато платим. Что получаем, то и оплачиваем. С ЖЭКами все не так. Было сказано о том, что ЖЭКи обязаны были передавать дома в ОСМД только после капитального ремонта, теперь их избавили от этой докучливой обязанности, таким образом позволив, ну, скажем прямо, украсть наши деньги. Давайте посмотрим замечательный сюжет о ЖЭКе «Бриз». Я специально попросил перед передачей, чтобы туда на протяжении всего сюжета был заведен титр с адресом и ЖЭКом, чтобы уже никто не сказал, что он не слышал, не понял, о чем идет речь.
Ситуация настолько возмутительная, что вот просто комментировать ее не хочется, потому что в эфире нельзя материться. Давайте посмотрим сюжет. Дах над головою потрібен кожній людині. Від того, наскільки він надійний, значною мірою залежить якість життя. Мешканцям будинку 22 на проспекті Леніна з цим не дуже пощастило. Вже кілька років після кожного дощу квартири та сходові майданчики заливає водою. Дах будівлі через тривалий термін експлуатації не відповідає своєму призначенню. Мы когда делали ремонт в подъезде, мы ходили в ЖЭК и об этом говорили. Она начинала только капать, получается. Это было, ну, года, наверное, 4 назад. Сейчас уже положение критическое. Полностью сгнила пелена, полностью шифер разрушен. И мы просто в панике от того, одна квартира и моя просто в тяжелом состоянии. Найбільше постраждала квартира номер 12, у якій мешкає багатодітна родина. У нас рушился угол, текла водосточная труба и полностью по стене в детской комнате после каждых дождей все было мокро. В этом году выпал такой хороший снег и хорошо намело, мы сами поднимались, хорошо намело на крышу. Вызывали мы с ЖЭКа работников, они пришли, посмотрели, само растает, все в порядке. Потекло, у меня как раз угловая комната детская, как раз потекло на детские кровати. Я предоставляла документы о том, что ребенок у меня болеет артритом. То, что именно плесень, то, что именно влага, сырость вызывает, провоцирует именно рецидив, то есть ребенок еще больше. Если бы кто-то из них, конечно, увидел, как это все происходит у ребенка, когда его в узелок завязывает руки и ноги, он не может ни ходить, ни двигаться. Протягом останніх років мешканці аварійного будинку неодноразово звертались до комунальних служб різних рівнів. С 2008 года я уже начала обращаться в письменной форме. Приходили комиссии, смотрели, нашли кучу причин, якобы, ну, других, почему они ничего делать не будут, потому что все в порядке, как мне сказали. Начальник ЖЭКа не пришел, и Любовь там Вікторовна, їй нікуди, мабуть, з нами общатися, тому що вона не желає з нами общатися. До речі, з нами начальник ЖЕКу також відмовила спілкуватись. Вже досить тривалий час мешканці перебувають у стані постійного листування з працівниками комунальної сфери міста. Деякі відповіді викликають не лише здивування, а й обурення адресатів. Вони нам прислали документ, на котором они ссылаются, что они, значит, денег у них на покровлю, на крышу нет, значит, так как они ее потратили на фасад нашего здания. Мы не видим, глядя на наш дом, о каком фасаде вообще ведется речь. Працівниками ЖКХ «Бриз» виконані роботи з поточного ремонту фасаду. Нічого виконано ЖКХ «Бриз» не було. Зовсім нічого, розумієте? Андрей Николаевич, ваш комментарий, пожалуйста. Я могу сказать о том, что многие жители путают определенные понятия. Есть понимание обслуживания, есть понимание текущий ремонт, есть понимание капитальный ремонт. Это все прописано 150-м наказом. Тариф квартирной платы, таковой называемый, там идут вопросы, связанные с обслуживанием, текущим ремонтом. То, что мы видели на сюжете, это просвет Ленина 22, это объект капитального ремонта, и эти работы делаются исключительно за бюджетные деньги. В тарифе квартирной платы этих затрат никогда не было. Андрей Николаевич, вообще-то люди говорили о том, что у них только-только начинало по чуть-чуть капать, они обращались в ЖЭК, и там явно не предусматривался капитальный ремонт. Я не уверен, что все зрители захотят еще раз посмотреть этот сюжет, но если у вас появится такое желание, я вам лично покажу его по окончании передачи или даже запишу на флешку. Люди говорят о том, что они обращались на протяжении всего времени. Снег лежал, не будем, это не капитальный ремонт. Извините, я живу вот в частном доме, и я понимаю, что мне надеяться не на кого. Слава богу, я плачу только за вывоз мусора, то есть как бы все, за что плачу, то получаю. Люди платят квартплату, тот самый тариф, в который входит очень много чего, и в частности входит обслуживание.
Сейчас замечательно государство избавило ЖЭКи, которые, ну скажем прямо, еще раз, украли немалое количество денег, потому что вы прекрасно знаете, что подавляющее большинство тех услуг, которые ЖЭКи должны оказывать, не выполняются или не выполняются не в полной мере. Тут меня поддержат, я полагаю, мои присутствующие в студии эксперты. Так вот, помимо того, что не выдают не те услуги, которые должны оказываться, не оказываются, сейчас оказывается, что вот доведенные такими ЖЭКами, ЖЭК Бриз, проспект Ленина, да, 22, если не ошибаюсь, доведенные такими ЖЭКами до совершенно уже разрушенного состояния дома, будут спихнуты. А ЖЭКи с деньгами, которые присвоены за не предоставленные услуги, растворятся в небытии. Ну только мы знаем, кому принадлежат Николаеве ЖЭКи, частные в частности. Знаем, почему у нас коммунальные ЖЭКи не работают. Ну правда, мне не хочется делать вас козлом отпущения, но пожалуйста, давайте мы обойдемся без общих деклараций и будем говорить о конкретных вещах. Почему в сюжете, который мы показали, стало такое возможно с людьми, жителями многоквартирного дома? Не потому, что там дошло уже до капитального ремонта, а на него сейчас нету денег. А почему было допущено до того, что дом пришел в состояние, когда уже теперь только капитальный ремонт необходим? Пожалуйста. Как я говорил уже, есть разные виды ремонтов. И если касается текущего ремонта того самого, то в тарифе квартирной платы текущий ремонт появился только в 2008 году. Не было понимания текущий ремонт даже в тарифе квартирной платы. И мы можем говорить многое о том, кто ЖЭК допустил, не допустил, сделал, не сделал. Мы жили в тех условиях, которые мы наблюдали на протяжении всей нашей периода независимости. Ликвидация предприятий, банкротство предприятий, задолженности сумасшедшие, то есть недофинансирование отрасли. Мы имели колоссальные недостачи в тех работах, которые есть. И как уже где-то было ранее в сюжете указано, что есть такое понимание, что должны ремонтироваться кровля та самая через каждые 30 лет. Дома ни много ни мало, уже больше 60 лет. Капитан на кровле поводился? Нет. Ну, Николаевич, я прошу прощения. Вопросы, то есть вот с 2008 года люди платили ЖЭКу, не получали тех услуг, которые должны. И сейчас я переведу на русский язык с бюрократического. Вы говорите, ребята, и не ждите, ничего не будет. В бюджете, как я понимаю, денег нет. Ну, вы говорите, что вот те вот самые деньги, они миллионы, сейчас я еще раз повторю эту цифру. Итак, 10,5 миллионов гривен в месяц или 125,7 миллиона гривен в год. Это как бы деньги совсем маленькие, их на все не хватит. И на вас, уважаемые граждане, жители вот этого самого злополучного дома, у ЖЭКа и у города денег нет и не будет. Правильно я вас понял? Неправильно. Тогда, пожалуйста, поправьте меня. Скажите, что людям, чего людям ждать? Люди знают. Мы встречались с этими людьми, были они у меня, мы встречались в администрации района. Отправляли туда специалистов конкретно по этому адресу. Планировали выполнить хотя бы работы текущего ремонта с привлечением специализированной организации локально. В том месте, там в районе второго подъезда, самые такие большие разрушения, повреждения. Специалисты, которые были там, сказали, что проводить эти работы будет нецелесообразно. Почему? Потому что необходимо проводить работы в целом. Слушайте, даже люди говорят, перед ними отчитали, что у них отремонтирован фасад, который не ремонтировался. Куда деньги пошли? Можно я договорю? Да, пожалуйста, извините. Значит, выполнять такие работы нецелесообразно локально. Необходимо выполнять работы комплексно на всей площади кровли. В связи с этим нами была заказана проектно-сметная документация на капитальный ремонт полностью всего дома. На сегодняшний момент она находится в разработке. По итогу 9 месяцев мы рассчитываем, что будет у нас дополнительное финансирование, и этот адрес пойдет в капитальный ремонт в текущем году. Хорошо, спасибо за поданный мячик. Вы не знали, но он у меня есть. Ракетка на него. Итак, благодаря активной деятельности николаевских депутатов Верховной Рады от Николаевской области Тараса Кремня, Игоря Брыченко и Бориса Козыря, Николаевская область получит 13 950 300 гривен субвенции из государственного бюджета на осуществление мероприятий для социально-экономического развития региона. Об этом идет речь в постановлении Комитета министров Украины 3 августа номер 543. Так, Кабмин утвердил перечень объектов, которые будут отремонтированы за счет данной субвенции. В частности, за 500 тысяч гривен планируется заменить окна и отремонтировать административное помещение Николаевского областного госпиталя. 4 миллиона 667 тысяч гривен выделят на строительство водопровода Микрорайон Терновка. Напомним, что бюджет развития департамента
департамент ЖКХ Николаевского городского совета ранее также решил предусмотреть средства на строительство водопровода в микрорайоне Терновка. Сделан проект, пересмотрен в две очереди, первый планируется сделать за 3 миллиона гривен. Кроме того, 3 миллиона 251 900 гривен планируется потратить на приобретение и установку накопителя воды вместимостью 2000 кубических метров на площадке насосной станции на улице Маяковского в городе Снегиревка. Еще 3 миллиона 484 тысячи капитальный ремонт детского сада номер 2 по улице Ленина в Снегиревке, а также реконструкция общеобразовательной школы номер 1 по улице Суворова в городе Очаков. Николаевщина получит из госбюджета почти 14 миллионов гривен на ремонт школ, детсада и строительство водопровода в Терновке. То есть денег выделено огромное количество, 13 миллионов, ну, по крайней мере, для обычного гражданина. Сумма невероятная. Однако я понимаю, что вот на подобные дома деньги не предусмотрены. Как нам быть? Я расскажу, знаете, историю своего очень старого телевизионного прошлого. Это было начало 90-х, тогда еще Анатолий Кириллович Кинок только-только стал, по-моему, еще назывался тогда представитель президента в Николаевской области. И вот у него должен был быть первый эфир в нашей студии. Мы поехали и поснимали, к нам часто обращались, как тогда, так и сейчас, люди с различными проблемами, вот подобной этой. Мы поехали, наснимали там порядка десятка проблем, показали их Анатолию Кирилловичу в эфире, сказали, что мы, конечно, понимаем, что, в общем, ну, наверное, не по рангу вам этим заниматься, и как бы полномочия у вас немножко другие, но вот если не вы, то кто? Тогда, в общем-то, эти 10 адресов получили адресную помощь. Скажите, пожалуйста, нам вот по каждому такому дому снимать отдельный сюжет для того, чтобы получить ответ, что его все-таки отремонтируют? Или есть возможность, ну ведь, понимаете, почему меня так возмущает эта ситуация? Дело не только в том, что там денег не хватает, а в том, что ЖЭК отчитался за отремонтированный фасад, который, как мы видим, явно не был отремонтирован. Ну где деньги, Зин? Вас не интересует, куда деваются коммунальные деньги? То есть деньги граждан, которые перечисляются то ли в частный ЖЭК, взявший на себя ответственность за содержание коммунального жилья, то ли в коммунальный ЖЭК. Андрей Николаевич. Я знаю, куда они расходуются. Нет, ну подождите, а кто может это знать? Если вам ЖЭК отчитывается, что деньги потрачены на ремонт фасада, вы приходите и видите, что фасад не ремонтировался. Ваши дальнейшие действия. Грозите пальчиком, обращайтесь в суд, стучите кулаком по столу. Разводите руками. Как вы должны действовать? Просто чтобы люди понимали, чего ждать от представителей власти. Тема ЖКХ крайне болезненная. Вы извините за такую агрессию. Ну, правда, ведь случай возмутительный. Я могу сказать, что да, фасад, может быть, и не ремонтировался в таком понимании, как мы видим, как мы хотим понимать. Ремонт фасада, красивая картинка и так далее и тому подобное. Но весной, когда произошло там была угроза обрушения парапета, нанималась вышка, подрезались деревья для доступа, для того, чтобы они менее разрушались. И работы выполнялись, связанные с устранением угрозы обрушения парапета, который находится на этом доме. Я так понимаю, что речь о фасаде, которая звучала в ответе ЖЭКа, это было как раз именно эти работы, которые проводились. То, что они проводились, это я знаю точно, потому что у меня были тоже люди, и я отслеживал то, что эта аварийная ситуация будет сохранена. Потому что обваливался парапет напротив входа во второй подъезд. То есть эта работа была проведена. То, что, говорите, там деньги не предусмотрены, там субвенция на такие дома, да, она не предусмотрена. Мы каждый год подаем, например, свои наши предложения на субвенции для решения каких-то вопросов. На протяжении последних времен такой субвенции нет. В этом году у нас получилось о том, что попал наш один объект. Это Терновка, до водоснабжения. И за это спасибо о том, что хоть на этот момент хоть один объект попал в финансирование за счет государственного бюджета. И какая-то часть будет добавлена со стороны местного бюджета. Спасибо, Андрей Николаевич. Пожалуйста, не принимайте нам мои выпады на свой счет лично. Просто, ну, действительно, тема же как крайне болезненная. Вы еще послушайте звонки, там похлеще будет. Игорь Пох, пожалуйста. Здравствуйте всем. Андрей Николаевич, я так понимаю, что вы в очередной раз, так сказать, попали в ситуацию, ну, грубо говоря, козла отпущения. Опять же, не обращайте внимания, вы чиновник. Я вот что хотел спросить. Вот смотрите, ситуация в свое время... Коммунальные ЖЭКи были признаны, не знаю на каком уровне, недееспособными, да? Ну, то есть плохо выполняли свои там функции и так далее, и так далее. Было принято, опять же, я уже не помню когда и кем, решение о возможности аренды
этих ЖЭКов, то есть они не переходили полностью в частные руки, да, но их как бы арендовали, частные структуры, и должны были проводить те же самые, в общем-то, услуги жильцам, что и бывшие коммунальные ЖЭКи. Вот у меня возникает... Концессия. Да. Так вот у меня возникает вопрос, а в чем смысл, если и коммунальные ЖЭКи не справлялись, и не справляются те, что остались своими функциями, и те получастные ЖЭКи тоже не справляются. В чем смысл был передачи и почему это не откатывается назад? Ведь это стало понятно не сегодня, и не год назад, и не два года назад, что они не справляются. Точно так же, как и не справляются коммунальные ЖЭКи. Спасибо. Спасибо. По поводу выпадов в мою сторону. Для меня не новость все вот эти ситуации. Я уже не один год работаю в сфере жилищно-коммунального хозяйства и фактически весь город знаю. На многих адресах я был, и у меня на личных приемах очень много людей, и выпадов в свой адрес, в свою сторону со стороны общественных организаций, там, представителей домов и прочее. У меня их достаточно, потому что каждый приходит со своей болью, и каждому интересует, что у меня болит, у меня такая проблема. Ситуация такая, как в этом доме, она не новая, она не единоличная. Таких случаев, к сожалению, довольно много по городу. Все это связано с тем, что на протяжении очень многих лет фактически не проводились работы капитального характера. Фактически не проводились. До 2007 года фактически не выполнялись работы капитального характера. Представьте, 17 лет фактически потерянных. С 2007 года созданием департамента ЖКХ немножко начался процесс отодвигаться в том, как и что делать и привлекать эти дополнительные деньги. Мы ездили в министерство на протяжении многих лет, выбивали финансирование, где-то у нас получалось, где-то у нас не получалось. Старались доказывать депутатам о том, что необходимо проводить вот эти вот работы. Поэтому проблем в этой сфере очень много. Я не совсем о том, в принципе, спрашивал. По поводу... Касательно концессии, да, то я вам хочу сказать, что у нас в городе Николаеве нет ни одного предприятия, которое бы было в концессии. И компании, которых это интересовало, далеко не жилищно-коммунальные предприятия. Их интересовали предприятия теплоснабжения, водоснабжения. Большие, крупные, у которых идут поступления огромные. Я не знаю, как правильно это называется. Это форма участия частников, частного предприятия в коммунальном. Ну вот, как мы называем их, да, частные ЖЭКи. Ну а ведь они не частные на 100%. Предприятие частное. Нет, предприятие частное. А на определенное время, вот, на определенный срок по договору ему дается возможность совершенно обслуживать верно жилой совершенно фонд. Верно. Так вот, я и спрашивал, в чем был смысл передачи в частные руки функции коммунальных ЖЭКов, если и частные ЖЭКи точно так же не справляются со своими функциями, плохо справляются. Они не могут. Все скидывают снова на низкие тарифы, на низкие зарплаты, никто не хочет работать. Все, песня одна и та же на протяжении уже там десятков лет. Все почему? Потому что идея какая была в привлечении частного бизнеса? В том, что придет частный бизнес с определенными инвестициями, которые смогут оказывать более качественные услуги и получается, естественно, как бизнес, ему важно получать с этого дивиденды. Но у нас, к сожалению, приняты тарифы с нулевой рентабельностью. То есть для бизнеса вкладывать какие-то средства свои, простите, не имея что обратно... Я перебиваю вас, но ведь бизнес не уходит. Они же не вчера пришли. Значит, им выгодно. Бизнес не уходит. Не уходит. Значит, я знаю, в чем это выражается. Ну, предполагаю, да, во множестве подсобных помещений, которые продавались, передавались в аренду, неизвестно кому, в субаренду, и сейчас подвалы какие-то там и так далее, и так далее. То есть бизнес нашел для себя прибыль, источник доходов, и поэтому не уходит. Поэтому для них, в общем-то, жилищно-коммунальные услуги где-то на 10-м плане оказывается. Но никто из властей не вышел и не сказал, опять же, на протяжении многих лет, что, ребята, вы не справляетесь, давайте, до свидания, мы возвращаем опять коммунальную собственность, или давайте заходите другие люди. И опять же, как Ярослав говорит, все мы знаем, весь город знает, кому принадлежат ЖЭКи. Вот эти вот частные, получастные, непонятные вот этой собственности. Вот в чем вопрос состоит.
Давайте мы дадим передохнуть Николаю Анатольевичу, просто для того, чтобы послушать Николая Григорьевича, поскольку в любом случае, я так понимаю, что еще придется не раз отдуваться за сегодня представителю горосполкома, но что-то уж мы совсем на него сильно насели. Итак, Андрей Николаевич, отдохните немножко. Николай Григорьевич, вы, я так понимаю, можете, как я уже говорил, у нас, в общем-то, идет здесь обсуждение проблемы с разных сторон. И вы можете поделиться и вашим личным опытом, и поговорить о том, поскольку вы сейчас представляете партию «Батьковщина», о том, какие возможны политические решения этой проблемы. Пожалуйста. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, студия. Значит, я стал руководителем предприятия, председателем правления, директором завода в 2001 году. И начиная с 2001 года по 2005 год у нас был ЖЭК при заводе и были дома. Малосемейное общежитие, холостяцкое общежитие, два дома. И все эти 5 лет мне начальник ЖЭК приносит такие счета, что нужно там то-то отремонтировать, то-то отремонтировать, то-то. Ну, это все делалось за счет средств завода. Завод финансировал, потому как в ЖЭКе денег не было. Ну, там общежитие, там мизерная оплата в то время была. Ну, потом уже наступило то время, что завод уже просто не мог финансировать. Просто нужно было людям зарплату платить. И тем более там жили все практически работники завода. Хотя даже то общежитие, которое было для холостяков, там тоже жили семьи уже, и в основном все работники завода. И стал вопрос, что делать? Завод финансировать не может, в ЖЭКе денег нету. Ну, было предложение, как говорят, отдать бизнесу в аренду. Но снова же, это отдать в аренду, это значит людей моих, которые на заводе работают, возьмут и выселят там за неуплату, за что-то возьмут и выселят. Было предложение создать снова же ОСМД. Снова же, создание ОСНД, это проанализировав эту тему, это значит снова все финансовые затраты по ремонту этих общежитий на работников завода снова же. Зарплата в них не позволяла это сделать, они бы просто стали бы нищими людьми. Поэтому было принято решение передать эти дома в городскую коммунальную собственность. Но чтобы передать городскую коммунальную собственность, когда этот механизм был закручен, приехала комиссия и написала мне простыни работ, которые должны были выполнены. Ну, практически капитальный ремонт этих общежитий. Там крыши текут, там канализация не работает, все трубы прогнившие и так далее. Ну, посчитали, ну что, у меня просто не было другого выхода. Или людей... на людей это повесить или просто заводу взять и профинансировать. Ну, мы, конечно, профинансировали все эти работы, огромные суммы пошли, но тем не менее, я потом передал это все в коммунальную собственность, эти дома, и люди, естественно, мне сказали за это большое спасибо. Спасибо. И до сих пор У нас уже минут 5 зритель ждет возможность задать вопрос. Я хочу только сделать маленькую ремарку. Заметьте, вот вам кажется совершенно логичным, да, что сначала завод отремонтировал дом, а потом передал его в коммунальную собственность. Но при этом совершенно не возникает мысли о том, что ЖЭКи должны отремонтировать дома и передать их жильцам в том состоянии, в котором им не придется немедленно начинать капитальный ЖЭК ремонт. ЖЭК является собственником. В законе было прописано, собственник передает после ремонта. Собственником на сегодняшний момент является территориальная громада города Николаев в лице городского совета. Правильно. То есть, подождите, часть ЖЭКов уже кому-то продана, подарена, передана, поменена, я не знаю каким образом. Часть еще коммунальная, но при этом никто не несет ответственность за состояние тех домов. А некая абстрактная вот громада мистера Миколаева, естественно, не способна отремонтировать там, скажем, вот дом на проспекте Ленина, о котором шла речь. Хорошо, давайте послушаем звонок. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я живу по 8-й поперечной 1. У нас дорога между водопроводной и Фрунзе разбита вся. Приезжал депутат, обещал нам сделать, дорога разбита. Сегодня, смотрим, они заасфальтировали дорогу во дворе, там, где ЖЭК, и заасфальтировали так, как положено. Нам они сделали тротуар.
Но 4 дня мы ходили по этому тротуару, как по воздушной подушке, потому что асфальт положили просто так, наверх, на тот разбитую нашу дорогу. Ничего не сделали снизу. И сейчас он уже застывает, но уже потихонечку во дворе, где сделали, машина где развернется, уже появляются ямы. Спасибо. Я все-таки хотел бы наших зрителей сориентировать на то, чтобы, если вопросы у них есть, то они бы задавали их относительно ситуации вот между ОСМД, ЖЭКами и так далее. Потому что если мы сейчас начнем разбирать каждый адрес, по которым кто-то из депутатов неправильно положил асфальт, то вряд ли, в общем-то, мы дойдем и до середины передачи, до тех тем, которые планировали обсудить. А тут уже я больше чем уверен, при всем при том, что я напал действительно на Андрея Николаевича самым жестоким образом, я готов сейчас сказать, что наверняка он не сможет вам ответить по поводу того безымянного депутата, который проложил вам неправильный асфальт. Давайте послушаем наших экспертов. У меня вопрос такого характера. Каждый дом имеет свой счет, да? Я обращаюсь к вам. Вот Киевская 8, дом 6-подъездный. Сколько он за эти 20 с лишним лет накопил финансов на текущий капитальный ремонт? И как эти деньги тратятся? Вот сегодня подходит подготовка к зиме. Что за эти деньги сделано? Какой объем работы выполнен? Могу сказать. Сантехник продавил систему правового отопления. А труба правового отопления, спичка не проходит. Я, к сожалению, не смог принести кусочек этой трубы, которую вырезали. Что делать дальше? Деньги профинансированы. И второй вопрос. А кто должен ремонтировать эти трубы? Чья это собственность? И кто их эксплуатирует? Наверное, эксплуататор, тот, который поставляет тепло, так же самое, как у нас проводка вся рассыпана в подъездах, кто должен ее нести ответственность за нее, за ее использование? Наверное, облэнерго. Тепловики должны использовать за то, что трубы не изолированы внутри подъезда, окна не отремонтированы, двери не отремонтированы, не утеплены, люки мусоропровода свистят зимой, нет утепления, нет резины. Чердак открыт, решетка стоит, металлическая решетка, все тепло уходит. Где же экономия? И где финансы, которые сделали? Сейчас такой вот вопрос рассматривается в отношении других таких вот нас представителей. А именно, сегодня облэнерго, пользуясь чужим имуществом, ничего не выполняя. То же самое, что и у вас. Вот решение хозяйственного суда утвердило, решение Харьковского суда, апелляционного суда и других судов, о том, что взыскать с облэнерго Харькова за то, что они использовали чужое оборудование, накапливали при этом деньги, финансы, чтобы они вернули. По одному вопросу только это самое вернуть. 3 686 000. Может быть, надо поступить так с ЖЭКами, с руководством ЖЭКов, чтобы они вернули все деньги, которые накоплены на капитальные, текущие, все остальные ремонты. Когда этот вопрос можно будет посмотреть? Где можно узнать? Мы узнали, что мы деньги платим. Где остальные деньги? 30% вы тратите на что-то. Сколько из них идет именно на ремонт? Сколько идет на ваши зарплаты, на ваши пенсии, на ваши премии, на ваши... 6-е вопросы. А вот денег у населения нет. Второй пример. Придомовая территория. Площадь подъезда, который должен убираться в подъезде, 210 метров. По нормам Черноморского завода или того же завода смазочных систем, на одного дворника полагается убрать мокрые уборки в цехе 4000 метров квадратных. Мы оплачиваем в среднем 760 гривен подъезд в месяц. Где эти деньги? Она убирает 4000 метров. А кто убирает подъезд? Где деньги, которые должны убираться в подъезде? Нет их. Нет ни ремонта, нет ни замены люков мусорных. Где деньги? Где ЖЭК, который был у нас, 6-й ЖЭК? Цехи было. 3 гильотины, 6 токарных станков, 4 фрезерных, 8 сварочных аппаратов. Работало 28 цесарей, сантехников. Где они сейчас? Что не выполняет работу? А ведь это все заложено в калькуляцию. Самое интересное даже выясняется, что радиоточка у нас тоже находится на оплате 15 гривен. Что за это самое? При том, что заведомо вырезаны провода по всему городу. Самое смешное. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, он говорит, ну извините, передали одному, второму, третьему собственнику, нету. Второй вопрос. А скажите, телевидение, антенны были раньше, 5 гривен платилось. Их вырезали еще 20 лет тому назад, кабельным телевидением. А за антенны платят население. Где эти деньги? Кто их в карман вложит? Зайдите к нам в лифт. Мусор в лифте, только почему? Так, только потом... Прошу прощения, наш терпеливый зритель уже второй раз до нас дозванивается. Давайте его послушаем. И потом будем отвечать на ваши вопросы. Они, безусловно, заслуживают самого подробного ответа. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Вечер. Фамилия моя Лазаренко. Здравствуйте. Я пенсионер аэропорта. Значит, считаю, что вопрос сегодня рассматривается очень своевременно. Но Ярослав Владимирович так все преподносит, что вроде бы неизвестно, кто-то кому-то что-то передал, кто-то...
забыл, кто-то не помнит. Значит, надо придерживаться закона. Прежде чем дом передавать, организовать ОСМТ, дом должен быть капитально отремонтирован. А сейчас политика государства одна. Под шумок все повесить на плечи населению, умыть руки и со стороны комментировать. И смотреть, чем же это кончится. Вот такую агитацию сейчас и веду. Поэтому я сторонник того, чтобы категорически против ОСМТ население было настроено до тех пор, пока дома не будут капитально отремонтированы. Потом можно продолжать разговор дальше. А вот так просто, в общем, ни о чем разговор. Кто понял, кто не услышал, а ведь итог будет плачевным. Спасибо. Спасибо. Ну, я хочу обратить ваше внимание, что мы в данном случае не даем рецепты государству, мы решаем, как на месте можно разобраться. И в частности, увы, вряд ли мы можем повлиять на те законы, которые принимает Верховная Рада. Хотя, в общем-то, вы как гражданин, как житель Николаева, которого представляет порядка 10 депутатов в николаевцев в Верховной Раде, вполне можете обратиться к ним, прийти к ним на личный прием и попросить, потребовать, в конце концов, вы имеете на это право, чтобы они действительно как-то отреагировали на этот ваш крик души. Впрочем, тратить передачу на это явно не имеет смысла. Давайте говорить о том, что мы можем решить реально. И вопрос, Игорь, извини, пожалуйста, подожди. Да, конечно. Вот были заданы просто совершенно конкретные вопросы, для которых не нужно приглашать экспертов из Верховной Рады. Это не вопросы законодательного порядка, это вопросы, которые, в общем-то, вот решаются на этом уровне. Пожалуйста, Николай Григорьевич, пожалуйста, вот все, кто готов ответить. Я хочу вот ответить на этот звонок по ОСМД. ОСМД имеет перспективу и дает результат, когда она создана на базе новопостроенных домов. Тогда это результативно, тогда это вовремя люди платят деньги, с самого начала поддерживают дом в нормальном состоянии, ремонтируется сразу там все, что нужно, и люди контролируют свои деньги, куда они уходят, но это на новопостроенных домах. А вот на старых домах, это просто бесперспективное дело, потому что все финансовые затраты ложатся на плечи жильцов этого дома. Особенно у нас это есть, пенсионеров касается. И у нас есть целый ряд сюжетов, которые, надеюсь, что мы еще посмотрим сегодня, которых, в общем-то, которые опровергают ваш тезис, хотя, безусловно, в значительной степени вы правы. А все-таки, Андрей Николаевич, я хотел бы, чтобы вы ответили на вопросы, которые вам задавал наш эксперт. На вопросы, которые задавал эксперт, это говорит о том, что вы абсолютно не изучали вопрос тарифообразования и того, что есть. Никакой радиоточки, никаких антенн в тарифе квартирной платы нету и не было на протяжении многих-многих лет. Из-за этого сейчас не оплачивается и нету такого-то понимания даже. То, что касательно, куда идут деньги, там, что там спичка проходит, там, да, это факт. К сожалению, нашим трубам очень много лет. И они уже зашлакованные, забитые, идет плохое давление воды, идет плохой отток канализации. Более того, я хочу сказать, что центр города постоянно под подпорьем находится канализация, потому что построились новые дома, увеличилось потребление, и идут постоянные подтопления подвальных помещений и прочее, что тоже негативно сказывается, потому что идет нарушение конструктивных элементов и начинают дома трещать, потому что идет подтопление фундаментов. То есть таких вопросов очень много. Если мы рассматриваем сейчас каждую частность, то нам не хватит, наверное, года для того, чтобы каждый момент это обсудить. Если есть вопрос конкретно по вашему дому, мы можем встретиться отдельно и пообсудить вот эти моменты все в частности. И касательно вот того, что вы указали, мой сугость, то я действительно считаю, что это не имеет такой вот правильной мысли. Почему? Потому что у нас есть примеры ОСМД, которые создались на домах старых, престарых, полуразрушающихся. Но во все зависит от отношения людей. Самое первое, от отношения людей. Понимаете, я на протяжении многих лет, когда мы ремонтируем дома, ты делаешь ремонт в этом доме, приходишь через год, дом стал еще краше. Потому что люди оценили то, что сделали, и начали приумножать. И приходишь в такой же дом, в котором сделали такие же самые работы. Крышу, фасад, сделали дорогу. Приходишь туда, а там уже все расписано, побито и так далее и тому подобное. И приходишь и смотришь, вот два идентичных дома. Почему в этом так, в другом по-другому? Заходишь в соседние подъезды, в одном подъезде
отремонтировали подъезд, там все красиво, цветочки, урночки, плакатики, все очень красиво. Заходишь в соседний подъезд, в этом же доме, там пройти невозможно, потому что там все приведено в полный негатив. Поэтому в первую очередь все зависит от людей. И те люди, которые хотят заниматься своим домом, и понимают, что это мой дом, это моя крепость, и она заканчивается не только пределами квартиры, а в целом в этом комплексе, тогда есть результат. И декабристов 7, декабристов 19, это дома двухэтажные, маленькие абсолютно дома. Они создали СМД в этих домах. И сейчас в эти дома прийти, там сделано очень много работ. Мы еще посмотрим такие сюжеты. Игорь, я вижу, господа, ваши вопросы. У нас ждет зритель, давайте его послушаем. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. У меня конкретный вопрос представителю ЖКХ. Вот сейчас наступило такое время, что все эти разбитые дома передают, уже эксплуатированные больше 50 лет, и придомовую территорию управляющим компаниям ЖКХ, это уже не, вернее, СНД, это уже не важно, как назвать. Но дело в том, что была в Николаеве построена, была такая схема, незаконный самозастрой на придомовой коммунальной территории. Мой иск по такому самозастрою лежит уже в Европейском суде по правам человека. Незаконный самозастрой с занятием площади и территории, которая предназначена только для того, для целевого предназначения придомовой территории, уборка придомовой коммунальной территории. И вот вы что, собираетесь мне передать вот этот участок, который занял незаконный самозастрой, целевое назначение придомовой коммунальной территории исключительно обслуживанием многоквартирного житлового будинку? Я неоднократно обращалась с 2008 года. Иск лежал в линии во всех судах инстанции. Теперь лежит в Европейском суде по правам человека. Объясните мне, за что я плачу деньги? Тому же ЖЭКу и буду платить управляющей компании. Незаконный способ строились эти самозастрои. Больше того, выносились блоками, блоками выносились на первом этаже эти самые стены у основания несущей стены дома. Вы помните аварию в 2014 году? Две аварии на Намыре и на Авангарде. Скажите, пожалуйста, если вы еще в эфире, скажите, пожалуйста, ваш адрес. Строители 18А, квартира 26, Лунева, 22-21-93. Приходите, я вам покажу. Типа у меня комод забит этими документами. Я неоднократно обращалась еще к покойному Чайке. Гранатурову, когда он еще был председателем администрации Ленинского района. Знаете, что он мне сказал? Это система. На что я ему ответила? А кто создает эту систему? Больше того, в прошлом году после этих трагедий я обратилась в департамент ЖКХ. Тогда еще Волков был, бывший заместитель Гранатурова. И написала, что под моей квартирой вынут кухонный блок. Вынут, просто вынута стена, кусок блока многоквартирного дома. Спасибо. Крик души, человеческий документ. Рассматривается на европейском уровне. То к вам вопросов, в общем, нету, да? Как сказано, это система, и поэтому пускай с ней разбирается Европейский суд. Я представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, но не представитель ни ГАСКа, ни архитектуры. На каком основании давались какие-то разрешения, почему не приписан анализ, разобрать это, демонтировать, если это было нарушено конструктивно. Я сейчас не готов сказать. Касательно своего направления. Ну вот ваши предшественники, я не знаю, насколько они, ну, имею в виду те, вот, которые бывают у нас в студии, они хоть ради приличия там, ну, что-то записывают, говорят, там, разберемся. На самом деле не уверен, что совсем разбирается, но, может быть, по одному-двум. Вот помните, как вот в начале передачи рассказал историю, да, с адресами Киноху, которые показывали. Ну, чтобы хотя бы показать видимость того, что что-то делается. Как я понимаю, в принципе, мы можем сказать, ребята, не звоните, потому что на все ваши вопросы вам скажут. Обращайтесь в Европейский суд, к Очаковскому раввину, я не знаю, там еще куда угодно, но только не к нам, потому что мы вам не поможем. Денег нет, 17 лет разрушалось все без капитальных ремонтов. Дальше государство приняло закон, по которому вам теперь спихнут ваши дома без капитальных ремонтов. Вам здесь ловить нечего. Правильно я говорю?
Ну, вы трактуете так. Нет, подождите, поправьте меня, если я ошибаюсь. Я на самом деле не хочу быть правым. Но скажите мне, где вот истина вот в этой ситуации? Человек звонит, говорит о катастрофе для нее. Действительно, вынут под ней конструктивный блок. Дом коммунальный. И я потом понимаю, что если это все еще ваша собственность, и вашу собственность разрушают, то, наверное, предполагается, вполне логично, что вы будете защищать эту собственность. А вы говорите, ну что, женщина в Европейский суд обратилась нормально, а перед тем мы сказали, что это вообще система. Вот что-то не срастается у меня в голове. Может быть, как-то я что-то неправильно понимаю, но объясните мне, пожалуйста, сделайте, докажите вот зрителям и нам всем, что я не прав. Я очень хочу быть неправым, честно. Я сейчас этот запомнил. И адреса, которые были до этого. И 8-й поперечную 1 я запомнил, и Ленина 22 я запомнил, и строитель 18А я тоже запомнил. У меня хорошо, пока спасибо. Игорь Кох, пожалуйста, очень коротко у нас есть сюжет. Очень коротко. Для того, чтобы, вот смотрите, возникают вот эти вот, ну, грубо говоря, непонятки, да, по поводу того, что должны делать ЖЭКи, там, что входит в тариф. Вот вы можете объяснить, ну так, там не сильно много, насколько я знаю, структуру тарифа. Что входит в тариф? Жилищной оплаты за жилье. Например, входит ли освещение личных площадок? А если входит, то почему никто лампочки не вкручивает из ЖЭКа? Например, входит ли в тариф уборка подъездов? Или нет? Не входит. Но об этом нужно говорить. Вот я знаю, а человек не знает, эксперт. И зрители многие не знают, и возмущаются. Лампочки не входят в тариф. Вот. Так лампочки либо обслуживание? Обслуживание входит. А лампочки не входят? Лампочки нет. О. Замена лампочек нет. Ну так об этом же нужно говорить. Для того, чтобы не было... Наличие плафона и подача электроэнергии до плафона, это обязано быть. А как гасится разница, если лампочки нет? А дело в том, что на всех наших домах установлены счетчики. Общие. На коммунальное освещение и на эксплуатацию лифта. Если не работает лифт или не отсутствует электроэнергия, то на основании показаний идет оплата за потребление. Что касается разницы с сэкономленными деньги, они должны направляться на обслуживание дома, на другие статьи. На капитальный ремонт. Давайте послушаем вопрос зрителя, а потом, чтобы все-таки мы имели возможность посмотреть сюжет из Вознесенского района, о том, который несколько опровергает ваш тезис относительно того, что только новые дома можно передавать в ОСМД, и поддерживает вашу позицию. Ну, то есть надо же мне, в конце концов, хоть иногда вас поддерживать на этой передаче. Давайте послушаем вопрос, посмотрим сюжет сразу же, а потом после сюжета, и сюжет обсудим, и на вопрос ответим. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. 11 Добрый Продольная, дом 45, квартира 83. Наш дом обслуживает ЖЭК «Заря». Я уже с 2010 года веду активную переписку по проблемам своей квартиры. Во-первых, у нас термошов идет с одной стороны квартиры, плюс чердак. Чердак мы уже утеплили сами, термошов, ЖЭК отчитывается систематически, что ремонт проводится, но максимум, что делается, это кисточкой, может быть, проходят со смолой вдоль всего шва, и никаких утеплительных работ не проводится. На сегодняшний момент я... обращалась неоднократно в ЖЭК по поводу насущной проблемы. Трещина в перекрытии балкона, плите балкона. Так как у меня последний этаж, я так понимаю, что это должен ремонтировать ЖЭК. А ЖЭК говорит, у нас балконы не должны течь. То есть они не должны быть застекленные. То, что течет потолок с балкона, это ничего страшного. На сегодняшний момент у меня балкон утеплен для экономии ТЭР. И полностью было все зашито с утеплителем. Сейчас у меня потолок обвис уже, он скоро обвалится с этого, утепленный потолок. И я вот не знаю, что мне делать. Идут опять сейчас сезон дождей, что делать дальше? Течет плита, балкон мокрый, соответственно, идет на стыке с квартирой плесень, полностью цветет угол комнаты. Так, как я сказал, мы сейчас смотрим сюжет из Вознесенска, а тем временем вы как бы собираетесь с мыслью, Андрей Николаевич. Тогда давайте коротко ответим и сразу же за этим посмотрим сюжет. Пожалуйста. Это небольшой вопрос. Я думаю, что можно будет решить. Это примыкание балконной плиты, козырька балконной плиты, скорее всего, на 9 этаже. Это возможно будет сделать. Ну, то есть вы берете этот вопрос решить. Да. Хорошо, да. Спасибо. Ну вот первая приятная, благая весть с начала передачи. А теперь смотрим сюжет из Вознесенска. Шум.
Протягом десятиліть Мартинівське розросталося і згодом перетворилося на крупний населений пункт Вознесенського району області, в якому багато років стояла льотна військова частина. Але в 2003 році життя в Мартинівському змінилося назавжди. Благополучне військове містечко опинилося на межі виживання. Адже з виведенням військової частини люди опинилися сам на сам зі своїми проблемами – соціальними, матеріальними, комунальними. Це так було зненацька. Люди не очікували, що зможуть бути такі великі проблеми, тому що всі проблеми про опалення, водопостачання – це все вирішувала військова частина. І коли основна частина людей роз'їхалися і осталися пенсіонери з дітками тут, ми зрозуміли, що крім нас ніхто нічого не зробить. Люди в 2007, в конце 2007 года, они решили создать такую вот организацию, которая бы сама на себя платила деньги, и этими деньгами бы распоряжалась. Хотя в нашем селе существует ЖЭК, но от ЖЭКа мы никогда не могли дождаться ни банки краски, ни каких-либо ремонтов. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дозволило закумулювати кошти на оплату відповідних послуг, дало можливість розпоряджатися ними на користь громади. В каждому СББ нету профессионалов, которые бы знали, что и как делается. Но для этого нужна все равно какая-то подготовка профессиональная. И поэтому вот на основании этого была создана ассоциация для эффективного управления делами ОСББ. После этого начались невідкладні работы. Потрібно було воду, каналізацію відновлювати, тому що 6 років не було води, вся каналізація була у нас уже в непридатному стані і водопровід. Потрібно було робити покрівлі, ремонти під'їздів і дверей, яких взагалі не було на деяких під'їздах. А головне і найважче – потрібно було переконати людей, що користь від спільних дій буде, а сільська та районна ради зможуть підтримати громадську ініціативу. Минуло 6 років. На сьогодні відновлена водоканалізаційна мережа в будинках, зроблені ремонти в під'їздах, підведено газ. Крім загальних справ, кожен дім, член асоціації, розробляє і втілює свої міні-проекти. Відновлює покрівлі, замінює вікна, вирішує питання вивезення сміття. Спочатку займалися лише покращенням побуту, а потім... Немножечко денежок подкопилось, люди, в общем, мы решили в этом году, что мы должны немножко для детей уделить им побольше внимания. Ну, решили, что мы сделаем площадочку для детей. Майбутнє будь-якої громади в дітях. За останні роки в Мартинівському збільшилася кількість молодих сімей. Стали народжуватися діти. А це означає, люди вірять в те, що їх містечко буде жити. Ми любимо своє село! Тема нашей программы вызывает очень живой интерес у зрителей. Еще шел сюжет, а нам уже позвонили. Человек дождался, я надеюсь. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Все присутствующие, господин ведущий. У меня единственный вопрос. Мы живем на улице Адмирала Макарова. Рядом находится дом номер 6. Стенка, которая выходит на адмирала Макарова, и мемориальная доска, дом, где жил адмирал Макаров, она в ужасном состоянии. И эта стена, и этот палисадник, и эта мемориальная доска. И уже много лет на эту стену никто не обращает внимания. Все едут к памятнику Шевченко, клумбы, цветы, а дом адмирала Макарова в таком страшном, вернее, даже стена, не дом сам, а стена, которая выходит на улицу адмирала Макарова. Спасибо. Уважаемые зрители, я все-таки хочу обратить ваше внимание, что при всем, при том, что, конечно, наша программа – это возможность пообщаться в прямом эфире с властью, но все-таки это не филиал общественной приемной. Поэтому давайте мы будем хоть как-то придерживаться темы, заявленной темы программы, поскольку, в общем-то, разбирая частные случаи, ну, безусловно, мы сейчас ответим на этот вопрос, мы так и не доберемся до темы программы, а именно УСМД и их перспективы. Поэтому я попрошу зрителя, который сейчас звонит, подождать, пока мы ответим на вопрос предыдущей зрительницы, и все-таки обсудим другую тему. Либо позвоните чуть попозже. Пожалуйста. Насколько я понял, это речь идет о доме адмирала Макарова 8. И как раз та стена, где находится мемориальная доска, она отремонтирована. Мы ее отремонтировали в прошлом году. А стена, которая выходит на улицу адмирала Макарова, да, мы ее не делали из-за недостаточных средств.
что касается мемориальной доски и той стены, то мы ее отремонтировали в прошлом году. Я предлагаю вам, уважаемые зрители, просто ночью снять доску с отремонтированной стены и перевесить на неотремонтированную. И очень велика вероятность, что средства найдутся. А пожалуйста, в этом году, Михаил... по этому дому мы отремонтировали защитное сооружение. Спасибо. Я думаю, что, в общем-то, отремонтировано сооружение. Вы хотели, не хотели, ремонтировать все равно пришлось. Кстати, далеко не все. У нас был, был целый ряд сюжетов. А если бы не война, то до них бы дело не дошло. Пожалуйста, Михаил. Я бы хотел перевести наш разговор в контекст того, что нам делать. Не то, что у нас есть, какие проблемы у нас накопились, как их решать. Их решать, безусловно, надо. Только за всю передачу мы не услышали конструктива, как нам их предстоит решать. Может, нужно нам оглянуться вокруг и посмотреть, как наши соседи, хотя бы в пределах государства, решают подобные вопросы. Вот представители власти говорят, что денег нету на ремонты подъездов, домов и всего прочего. При этом выделяются деньги, ну, не совсем, мне кажется, на актуальные вопросы. И такие, как мы смотрели сюжет про аварийную крышу, в то же время выделяются колоссальные деньги на уборку, влажную уборку улиц и покос травы. Причем это не тысячи, а это миллионы гривен выделяются. Ну, наверное, это не совсем актуальный такой вопрос, чтобы мыть улицу каждый день. По поводу... опыта соседей. Вот, допустим, во Львове такая же ситуация была, что денег не хватало на капитальный ремонт дома, но там каждому дому выделялась сумма, ну, в зависимости от количества жильцов, в пределах 300 тысяч. Этих денег хватало на решение самых острых проблем и вопросов. Может, Николаю тоже стоит принять программу такую, только распределение этих денег должно быть... ну, как-то справедливо. А то вот есть программа у нас по поводу установки тепловых счетчиков, но так и никто не дал ответ, по какому принципу распределяются эти тепловые счетчики. Как бы якобы когда-то люди подавали заявки на эти тепловые счетчики. А в тех домах, которых создано СМД, они вообще никогда ничего не получат от городской власти. Правильно я понимаю? Не получат, правильно? Все, кто обратился с СББ на установку счетчиков, они все включены, и они в плане текущего года. Все, кто обратился. ОСББ включены в первоочередном порядке. Спасибо. Вот Виталий Настенко, собственно, пока шел сюжет, был как раз вопрос, который явно касается предложения Михаила Беседина, представителя, кстати, блока Петра Порошенко. То есть в данном случае мы тоже можем говорить и в известной степени о неких политических решениях. Относительно тех денег, о которых вот можно передать? Я спрашиваю еще раз, за 23 года или за 17 лет, как вы говорите, за 18 лет, вот я посчитал сегодня, за один этот наш подъезд собрал 4 миллиона 800 тысяч. Что на эти деньги было сделано? А весь дом сколько собрал? Значит, скажите, пожалуйста, мы можем сами посчитать, и есть расчеты уже, что мы за эти деньги не то что лялечку сделаем, да, спасибо, еще и вас будем приглашать принимать наши подъезды в эксплуатации. Почему? Если вы скажете, что мы собрали 4 миллиона, собрал подъезд один, а весь дом собрал умножить на 6, это получается большая сумма. Значит, где эти деньги? Верните нам, и мы сделаем нормальное жилье себе. А когда деньги мы платим, и нам ничего никто не делает, извините, за что мы должны платить деньги? Если обращаться в хозяйственный суд Украины, чтобы вернули деньги, которые вы взяли их в долг, накопили себе, и теперь верните их. Есть уже такой прецедент. Люди должны ждать. Не ждать, а требовать от вас вернуть деньги. Вот и все. Потому что кое-кто строит себе дома частные с пятиэтажными. А у нас лифт работает уже 40 с лишним лет в доме работает. Я хотел бы, чтобы... Спасибо, Спасибо. Я хотел бы, чтобы мы поняли, в общем-то, о чем идет речь. Люди, возможно, и даже наверняка готовы переходить в СМД. И, в принципе, вот Александр Власович, представитель одного из старейших СМД в Николаеве, наверняка сейчас примет участие в разговоре, мы покажем сюжет о вашем дворе. Совсем здесь рядом, за забором, практически рядом с тем вот домом, у которого все падает, да. Но в то же время, мне кажется, что многих людей останавливает просто мысль о том, что да, хорошо, мы сейчас вложимся, мы все сделаем, но те, кто крал наши деньги на протяжении лет и лет, ЖЭКи, они уйдут с нашими деньгами, а мы должны будем вкладывать, вот как Николай Григорьевич говорил, у них была возможность завод вложить. А этим людям никто не поможет, никакой завод ничего не даст. И они должны собираться и вкладывать сами. Так вот, может быть, действительно послушать то, что говорит Михаил Беседин, то, что говорит Виталий Настенко. Собственно, вот
Деньги есть, можно посчитать, можно определиться, можно промониторить оказанные услуги. Хорошо, вы не готовы ремонтировать дома. Отдайте деньгами, люди сами вложатся. И такой... 4 миллиона это по прошлому году, когда 8 гривен доллар стоил. Сегодня будет дороже. Верните. Мы сделаем полностью весь ремонт, утеплим сами. Ну, вы понимаете, я вот слушаю вас, я вижу тоскуете на того, насколько вы некомпетентны в этом вопросе. Ну, понимаете, если я сказал, что в ЖЭКе остается 40% от обслуживания... А 72% вы не платите Киеву на содержание? Нет, мы не платим Киеву. Мы не платим Киеву. Я вам принесу документы, где написано, шестой ЖЭК пишет, что деньги... Стоял вопрос о том, что если человек выехал в командировку на 6 месяцев за загранплавание, мне пришлось принять участие, и в его отсутствии принести квитанцию, что он занимается, ну, загранплавание ушел. Снимите с него коммунальную оплату. А именно, вывоз мусора у нас же платится с чего? Да. Его нет человека. И было такое постановление. Если нет человека, даже если уехал в командировку на какой-то период, в отпуск, он нужно принести квитанцию ЖЭК, если ему снимается оплата. Значит, женщина обратилась и говорит, нет, платите. А мне отвечает, что по данному вопросу обратились в ЖКХ Киева. Киев ответил нет. Обращался один пенсионер, инвалид войны. Ему говорят, Киев сказал, льготы на 2003 год сняты с инвалида войны, второй группы. Кто, куда деньги поставляли? Шестой ЖЭК отвечает, деньги мы платим, сказали точную сумму, 76% из них возвращается. Теперь вы мне скажите, в бюджете нет денег. А кто наполняет бюджет? С чего наполняется бюджет по ремонту капитального строительства домов? С нашего кармана. Я найду ту квитанцию, где написано, капремонт 40 копеек, текущий ремонт 40 копеек, плюс НДС. А теперь еще ответьте на последний вопрос, который я могу поставить сегодня. Если взять по НДС, в пункте, статья 17, пункт Д сказано, НДС не берется с коммунальных услуг. Я не готов был сегодня, я не знал, кто придет, я бы принес этот документ. Буква Ж написано, коммунальный налог на добавленную стоимость коммунальных услуг не берется. Почему у вас квитанция везде написано плюс 20%? Я не знаю, какого года вы смотрите документы, но на протяжении всей моей работы НДС взимается, и нигде ссылки о том, что НДС не взимается с услуги квартирной платы, значит, либо коммунальных услуг нет. Поднимите документы. Так, господа, давайте мы, в принципе, оставим. Это как бы, ну, я понимаю, что это уже спор о тонкостях. Был бы документ, но наверняка мы его сейчас крупнопланом показали бы. Пока что... Расскажите, что входит в тариф. И все, и закройте этот вопрос. Так, хорошо, давайте послушаем вопрос зрителя, а потом все-таки вы нам расскажете, что входит в тариф. И наверняка большая часть вопросов будет снята. И я бы очень хотел, чтобы подключились остальные эксперты. Вы, Николай Григорьевич, в частности, как наш гость. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Ярослав Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, там вот это Палько, Гайдаржи, они уже много лет. Они только обещалки, но они ни черта не делают. Они забывают, что услуги... Очень приятно, что вы наш постоянный зритель, но я очень прошу вас не переходить на личности. Да, так вот услуги, услуги это товар, за который мы оплачиваем. Если реальный товар есть, мы оплачиваем. Если реального товара нет, мы же в магазине не платим за воздух, а платим за реальный товар. Пускай берут кредиты, пускай что угодно делают. А авансировать уже хватит. Мы заавансировались в СССР. Хватит сейчас авансировать. Пусть зарабатывают. Спасибо. Спасибо. Мне приятно, что нам звонят постоянные зрители. Мы уже узнаем друг друга по голосу. Но, как я понимаю, это, скорее всего-таки, благое пожелание. Или вы готовы ответить на вопрос? Ну, я думаю, что в этом плане как раз законодатель сказал, что если хватит авансировать, либо такая плохая система ЖЭКа, которая, в принципе, она пришла с тех самых постсоветских времен, то есть новая форма, которая должна быть, которая себя зарекомендовала в мире. Это так называемый эффективный собственник, это самое СМД. И если мы говорим о том, что... не хотим мы в этой структуре работать. Есть люди, которые пошли по этому пути. У нас в городе Николаеве 293 СМД, которые функционируют, работают. И много СМД, которые ушли из коммунальной собственности, взяли на свой баланс, и функционируют, и собирают деньги. И состояние дел там довольно крепко изменилось после того, как они взяли эти функции на себя.
Ну, Андрей Николаевич, вам действительно сегодня много достается, право. Мне прямо как рефери хочется уже объявить, дать вам возможность там попить воды, знаете, чтобы секунданты помахали на вас полотенцами. И я полагаю, что все-таки мы просто захлебываемся в негативе. И понятно, в общем, тема ЖКХ действительно очень болезненная. Но мне хочется поддержать вас сейчас и показать давно проанонсированный сюжет о доме, который находится прямо за забором нашей телестудии, является одним из старейших, если не старейшим, ОСМД в Николаеве. Давайте посмотрим. Об'єднання співвласників багатоповерхового будинку «Дружба» – найстаріше в Миколаєві. Самостійно вирішувати нагальні питання капітальних і поточних ремонтів, заміни вікон у під'їздах та багато інших почали у далекому 1962-му. Рішення виконкому про створення тоді ще й житлового кооперативу і досі зберігає сучасний керманич об'єднання громадян Олександр Фомін. Будинку вже понад 50 років, проте зовні на маршових сходах про такий поважний вік будівлі не скажеш. Мешканці не відстають від вимог сучасності і впевнено крокують у ногу з часом. Ми зараз під'їзди поставили, зберігаючі окна, металопластик. Вот, как это уже года 3 или 4, я уже не помню, так? Дальше, у нас стоит счетчик тепла, это мы уже будет 14-й сезон со счетчиком, вот как. Это что касается так вот экономии. Ну, а так, текущий ремонт, это наш, так сказать, наша кредо, текущий ремонт и поддерживать, чтобы это было как надо. Роки зо три тому спільно ухвалили рішення облаштувати під'їзди домофонами. Безпека мешканців, передусім. І зараз всі довольні. Тихо, спокойно, дверь закрывается. Ну, естественно, дворник там убирает, чтобы снежок, если там где-то подпадает, чтобы дверь закрылась. Вот как все зависит от людей. Вот здесь я могу сказать, что нам, именно вот нашему дому, повезло. Тариф на утримання будинку найнижчий в Миколаєві і становить 1 гривню 40 копійок за квадратний метр. Зареєстровані тут всього-навсього 108 громадян, але мешкає набагато більше, з урахуванням квартирантів. І молоді, і люди похилого віку переконують, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку – найкраща форма самоуправління. Ми лично дуже довольні самі управляти своїм господарством і своїм СМД. І довольні тим, що ми покинули ЖЭК навсегда. И желаем жильцам города Николаева тоже уйти в СМД и уйти от ЖЭКа. Ремонт сделан, ремонт делается, чистота здесь, все в порядке. Сняли трубу, да, отопление, все нормально. Все, за что мы платим, у нас все это, как говорится, результаты налицо. Вот вы видели подъезды. Вот, подъезды у нас чистые, аккуратные. У нас поменены водосточные трубы, у нас поменены окна. Ну, всегда у нас и во дворе, и в подъездах чистота и порядок. Я хочу привести такой пример. Я никогда не заходила в подвал наш. Там одни крысы хозяйничали. Вот. Был у нас председатель Царства ему Небесное Игнатий. Он инициировал уборку, потому что это наше. Теперь мы заходим с удовольствием, у нас там то, что нам нужно, храним. Все б нічого, та ложку дьогтю в бочку з медом додає контейнер із твердими побутовими відходами, встановленої неподалік подвір'я. Мало того, що він псує зовнішній вигляд, так і незручності створює для пасажирів маршрутних таксі і самих жителів. Прохання про перенесення баку, адресування відповідним структурам, не дали бажаного результату. Контейнер предыдущей власті. Было, значит, решено, значит, поставить его на противоположной стороне. И контейнер там стоял. Ну, такое было очень простое расчет. Значит, 3 контейнера жековских и 1 контейнер наш. Раз в неделю убирает наш дворник. Но дворник заболел, 3 дня не убирал, убирали дворники ЖЭКа. Устроили скандал, взяли, перетащили контейнер сюда. Сьогодні на порядку денному членів правління ОСББ «Дружба» – обговорення ініціативи державних банків щодо кредитування таких об'єднань. У нас сьогодні великий інтерес, як я вже говорив, до цієї програми. Зрителі дзвонять безконечно. Будь ласка, ви в ефірі, говорите, слухаємо вас. Добрий, говорите. Вечір. Добрий вечір. Я ж проживаю на Сіверному. У нас дом монолітний. Много лет, это самое, мы платим за коммунальные услуги, а у нас только был, ну, в общем, выполнены в течение многих лет, в общем,
почти ничего. Они замазали там дырки немножко, чуть-чуть, стыки. Вот. Этот монолит очень, он в состоянии, в общем, ужасном. Вот, в аварийном состоянии. Но нам никто не говорит, что это состояние аварийное. Когда дожди идут, у нас в квартирах мы по два, по три ведра воду та самая, выбираем. И стены черные у некоторых жильцов. Уже некоторые утепляют, но все равно толку нет. Монолит есть монолит. Вот. Поэтому отваливается... Адрес скажите, пожалуйста. Да. Адрес скажите. Архитектора 2-10. Спасибо. Я хотел бы... Спасибо. Я бы хотел все-таки, чтобы наши эксперты, Мельцова, сейчас вы тоже что-то добавите. Мы все-таки вот никак не перейдем к теме именно ОСМД. Я понимаю почему. Потому что очень трудно и физически, и морально, и нравственно, и финансово перейти в ОСМД, когда вот происходят такие истории, о которых говорят люди. Я не понимаю, что сейчас они еще хотя бы теоретически могут кому-то жаловаться. И может быть их даже послушают, покивают, а под выборы даже что-нибудь сделают. А вот передадут им это в собственность, и уже как бы жаловаться будет некому. Что с этим делать? Что, жить продолжать. Эта ситуация тупиковая. Если люди не перейдут, но они рано или поздно все равно перейдут в ОСМД. По-другому быть не может. Законодатель, да, определил, что можно нанять управляющую компанию, какой-то период еще будут эти функции исполнять ЖЭК. Но все равно это безальтернативно, то, что все дома должны перейти в форму СББ. Михаил Атоненко, пожалуйста, представитель Фонда развития города Николаева. Я хочу сказать, что мы уже потихоньку начинаем переходить в политическую плоскость. Мы услышали позицию представителя блока Петра Порошенко, партии блок Петра Порошенко «Солидарность». У вас еще есть представители «Батьковщины». Может быть, у вас есть альтернативное или хотя бы несколько отличающееся мнение. С удовольствием вас послушаем. Пожалуйста, Михаил Атоненко. Спасибо. Я хочу поддержать коллегу. Вариантов нет. Только ОСМД и ЖЭКи – это уже прошлое. Уже много лет занимаюсь вопросами ОСМД с 2004 года. И каждый раз общаюсь с инициативными группами, которые хотят создать ОСМД, либо там находятся на этапе этого определения для себя. Они все время ругают ЖЭКи и ждут, что ЖЭК им что-то сделает, а дома наши разрушаются. Вот пусть нам сделают, тогда мы создадим ОСМД. Нет, это путь никуда. Это ваша собственность, нужно это понять. Это собственность, возможно, для некоторых единственная серьезная собственность, которая у них есть. И ждать, пока она разрушится по вине какого-то дяди, который не хочет ее обслуживать, это наносить ущерб своей собственности. Создавая ОСМД и беря ответственность за содержание своей собственности, все в ваших руках. Хотите содержать ее хорошо, платите деньги. Вот только нам показали пример. ОСМД «Дружба». Люди хотят жить хорошо, они платят деньги, живут хорошо. Другого пути нет. Спасибо, пожалуйста. По поддержке ОСМД хочу что сказать, что в рамках нового закона не говорится о отношении того, что это будет отдано от коммунальной собственности в ОСМД, и все. И от этого уже городские власти, там, либо государство умывают руки и не будет помогать. Нет, это об этом не говорится. Как раз наоборот, вот той самой нашей программы реформирования города Николаева предусмотрено, что поддержка ОСМД будет проводиться в обязательном порядке. Для этого людям необходимо, создавая то самое ОСМД, мы также само проводим осмотр дома целиком, смотрим все его дефекты, какие есть наработки, какие есть проблемы. Создается там ОСМД. И потом на основании тех дефектов, выбирая самые болевые точки, идем по пути их решения на условиях совместного партнерских отношений. Таким образом, программа написана. Вы можете привести какой-то конкретный пример вот такого партнерского решения? На сегодняшний момент тут у нас этих примеров, честно говоря, очень много. Это ПГС 83, и Фалеевская 91, и Декабристов 7, и Декабристов 19, и еще очень много домов, Севастопольская 49. То есть это ОСМП, которые идут на условиях софинансирования в решении тех или иных вопросов. На сегодняшний момент с городского бюджета выделено порядка 4 миллионов гривен на поддержку ОСМД. ОСМД со своей стороны на условиях софинансирования тоже добавили около своих 2 миллионов. И сейчас идут реализация этих проектов. Это и лифты, и счетчики, и крыши, и фасады, и отмостки, и окна в подъездах даже.
То есть по разным направлениям. Но если мы будем дожидаться, как вот сказал Михаил Анатольевич, что кто-то придет со стороны и будет за нас думать, то такого не будет, к сожалению. Мы должны понимать, что действительно это наша частная собственность. И чем быстрее мы это поймем, чем быстрее мы начнем заниматься этим вопросом, тем быстрее у нас будут какие-то плюсы. И я уже сегодня... Да. По поводу партнерства. Я прошу прощения, что встреваю, быстрый вопрос. По поводу партнерства. Я, например, много случаев таких слышал, что вот в таких вот партнерских программах департамент ЖКХ навязывает своих подрядчиков, например, на перекрытие крыш. И цены, оказывается, там в несколько раз завышены. Такое вообще есть, и как с этим бороться? Мы не то чтобы навязываем. Дело в том, что мы работаем с рядом предприятий, естественно, которые уже мы знаем. Говорится именно о навязывании. Навязывание... Если вы этих подрядчиков не возьмете, значит вообще вам денег не дадим. Таких фактов у нас нету. Навязывания мы никому не делаем. И если, люди врут. Где-то, может быть, такие факты, может люди быть, говорят, да. Есть разные мнения, там, что так и так. Понятно, это мнение, хорошо. Дело в том, что у нас работает не только то, что именно подрядчик должен выполнять, именно там департамент что-то будет кого-то указывать. Есть даже форма о том, что мы перечисляем деньги на счет ОСББ. Я не говорил... понятно. То есть это другая форма. То есть если Игорь, считаете спасибо. О том, что вы можете спасибо. Сами мы сделать, приближаемся к концу программы. Завтра у нас еще будет полчаса по скриптам. Я все-таки думаю, что нет смысла нам... Ну, я думаю, что нет смысла сейчас еще полчаса просто говорить о текущих крышах. Давайте лучше завтра еще поставим, если не точку, то многоточие в постскриптуме. Я очень хочу услышать Игоря Павлова, который, насколько я понимаю, в общем-то, готовился к этой программе именно для того, чтобы озвучить некую позицию концептуальную партии «Батьковщина», которую вы представляете. Я хотел бы, чтобы они поговорили. Только по возможности коротко, Игорь. Хорошо. Ну, я бы хотел сказать бы так, наверное. Долгое время, да, ЖЭКи работали, получали деньги. Люди платили исправно, да, в основном. Значит, за 10 лет, за 15 лет что-то накопилось в этом доме, там, многоквартирном. Должны были сделать какие-то ремонты. Я считаю, что, наверное, можно выделить так. Должна быть от дома создана инициативная группа, которая может прийти в ЖЭК и посмотреть, что сделали. И посмотреть, сколько денег на это потратили. Вот. И те суммы, которые они достают, значит, ЖЭК должен либо компенсировать, сделать ремонт, либо этому дому отдать деньгами. Ну, я думаю, так, наверное, будет справедливо для жителей этих домов. Пожалуйста. Действительно, мнение такое бытует о том, что деньги где-то накопились, где-то они лежат, и где-то что-то, и как-то. По действующему законодательству оплата идет постфактум по оказанию услуг. И на сегодняшний момент есть ряд сумм, которые не доложены в дома. Эти суммы, в принципе, известны, потому что недоплата со стороны потребителей, естественно, влияет и на выполнение ремонтных работ. Что касается вашего предложения, что инициативная группа, мы об этом говорим уже не один год, что да, должна быть инициативная группа, потому что работать со всеми жителями дома очень тяжело. Когда выбирают человека, люди выбирают человека, одного, двух, трех, там, или может с каждого подъезда по одному человеку, и с этими людьми работать, тогда появляется какое-то понимание о том, где истина все-таки. Потому что один как потребитель считает так, что должно быть вот так вот. Я вот считаю, должно быть вот так вот. Когда начинаешь смотреть вот эти все моменты, и когда человек приходит, изучает это, более глубоко вникает, он видит, что это совсем немножко по-другому. Вот то, что говорилось по поводу структуры тарифов. Вот у нас на сегодняшний момент в тарифе квартирной оплаты все у нас все 7 услуг. Освещение лестничных клеток, точнее электроэнергия для освещения лестничных клеток, электроэнергия для лифтов, обслуживание внутридомовых сетей, текущий ремонт, это налог и, естественно, идет еще уборка придомовой территории и вывоз ТБО. Вот. Налог это как бы не услуга, то само собой прям
приплюсовывается. То есть, по сути, 7 услуг, которые есть в тарифе квартирной оплаты. Нету там ни уборки, нету там ни полива палисадников, ни зеленых насаждений, нету там ни асфальта, ни ничего такого. То есть очень скудный перечень услуг. Хотя постановление предусмотрено свыше 20 услуг, которые могут и должны быть оказаны. Но каждая эта услуга определенную сумму стоит. И когда мы посчитали, если все эти 20 услуг предоставлять людям, так как должно быть, для того, чтобы они почувствовали, что они живут и там работы выполняются, то на сегодняшний момент при этих ценах это превышает 6-7 гривен квадратный метр. Для наших людей, давайте говорить прямо, это неподъемная сумма. Просто неподъемная. Потому что платить тепло, воду, электроэнергию, квартплату, то остается по сути ничего в карманах. Поэтому и получается такая ситуация, что мы хотим получать качественные услуги, но при этом качественную услугу на ту сумму мы не можем оказывать. И создавая, хотя бы в первом шаге, создав инициативную группу, выбрав того человека, который будет заниматься этим вопросом, это первый шаг к созданию СМД. У нас ведется подготовка людей для того, чтобы обучить их пониманию, что такое дом, как его обслуживать и что с ним делать. На базе университета имени Петра Могилы мы вот проводили последнее обучение за счет бюджета. В этом году тоже мы планируем проводить обучение, потому что мы сталкиваемся с тем вопросом, что есть желание, я хочу, а как, не знаю. Я не знаю, что такое дымовой канал, я не знаю, что такое задвижка, я не знаю, что такое сдать на гидравлику и зачем сдавать на гидравлику и масса остальных вопросов. А особенно, когда сталкиваемся с предоставлением субподрядных услуг, такие наши монополисты, тепловики, водоканалы, Облэнерго, Облгаз, то здесь становится еще больше вопросов. А где границы раздела, кто за что отвечает? То есть, Игорь, мы уже практически подошли к финалу, давайте закругляться. Если вы не закончили мысль, пожалуйста, заканчивайте, но нам уже вот пора финишировать. Я тогда кратенько закончу о том, что то, что принял Верховный Совет по поводу СМД, я считаю, это движение вперед. И там очень много своих нюансов, я со многими моментами в этом законодательстве не согласен и считаю, что очень много есть перекосов, но двигаться в этом направлении надо. Вы посмотрите, даже опыт в нашей области, Баштанка, Вознесенск, Очаков, люди перешли. 293 дома в городе Николаев перешли. У них, думаете, стало хуже? Да нет, стало лучше. Игорь, спасибо. У нас еще остался один неиспользованный сюжет, который мы завтра посмотрим в программе «По скриптам», в которой примет участие, ну, в частности, вот Вадим Игоревич Чудайкин, действительно эксперт в этой области, который работает на уровне законодательства, и нам будет очень интересно об этом говорить. Сейчас, Николай Игоревич, я хотел бы вам предоставить слово для закругления, и будем выходить из эфира. Учитывая то, что я здесь представляю партию «Батьковщина», так я могу сказать, «Батьковщина за то, чтобы создавались ОСМД». Но они создавались так, чтобы не было определенного финансового гнета на жителей этих многоквартирных домов. Потому как сейчас по принятому законе есть положение проголосованное о том, что согласно этих положений, естественно, сейчас создается финансовый гнет на жителей. И когда жители получат сейчас счета на оплату услуг, то они, конечно, эти счета заплатить не смогут. Потому что тарифы достигли высот очень высоких. И правительство, которое должно, согласно этому закону, проиндексировать социальные выплаты, этого ничего не сделано. Поэтому человек не сможет заплатить эти услуги. И поэтому он может и лишиться квартиры. Поэтому ОСМД, и поэтому партия «Батьковщина» в Верховной Раде, она не голосовала за этот закон. Просто она его отправила на доработку, учитывая все эти вопросы, чтобы снять финансовый гнет. Но я считаю, что и такое мнение партии «Батьковщина», что ОСМД – это европейское направление, и по этому пути нужно идти. Дякую вам дуже. Будь ласка, останні, буквально останні 2-3 слова, будь ласка. Тарифи про СМД формируют сами жильцы, они определяют, за какие будут тариф. Газ, свет, электроэнергия и другие не входят в тариф. Дякую. До речі, так, панове, на жаль, ми вже перебираємо,
Ми вже перебираємо час, ми змушені зараз прощатися. Я хочу сказати, що завтра в програмі «По скриптум», яка вийде о 14.30 і буде повторена о 21.30, ми трохи продовжимо говорити про це. Зокрема, покажемо сюжет з Очакова, де люди самі справді встановлюють тариф, як ви кажете, Михайло. І вони там змогли навести лад навіть на ті гроші, які вони платять. Тобто вони не більше, ніж середні тарифи по Миколаєву та чи по Очакову. Дякуємо, що були з нами. Ми не випадково представляємо позиції різних партій для того, щоб напередодні виборів ви знали, на кого орієнтуватися і у кого які складові його програми. Будь ласка, будьте з нами. Завтра програма «Контраргумент по скриптум». Наступного четверга ми знову у цій студії. Дякую, на все добре. До побачення.